Если вы когда-нибудь сталкивались с выбором и покупкой усилителя, то помимо мощности вы скорее всего замечали такую характеристику, как класс усилителя, который обычно обозначается одной или двумя латинскими буквами. Классы A, B, A, B, D. Могли вам встретиться и классы G, H, T, S и многие другие буквы. Так что же означает этот алфавитный суп из классов усилителей? Чем отличаются эти классы? Какие усилители лучше работают? Некоторые, например, думают, что чем дальше буква по алфавиту, тем усилитель круче. Сегодня мы попробуем разобраться с этими классами и попробуем разложить по полочкам, что означает каждый класс. Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Радио Любитель ТВ. Усилитель мощности звука используется для управления динамиками. Его задача подавать высокое напряжение и большой ток на нагрузку, то есть динамики, с низким сопротивлением в широком диапазоне частот. Доделать это так, чтобы иметь как можно меньше искажения сигнала. Усилитель может быть выполнен в виде отдельного устройства или представлять собой функциональный блок в составе какого-либо устройства, например, какой-либо стереосистемы. Одним из главных показателей работы усилителя является его эффективность. Также важным критерием служит степень генерации тепла, то есть чем меньше придется отводить тепла от усилителя, тем лучше. И, собственно, связанное с этим энергопотребление. Так вот, классы усилителя не являются простыми системами оценки, а описывают топологию усилителя, то есть режим работы усилительного элемента, транзистора или лампы, на базовом уровне. Каждый класс усилителя имеет свой собственный набор сильных и слабых сторон. При этом и задача для всех одинакова – это усилить форму волны, получаемую из источника сигнала или предусилителя, с как можно меньшими искажениями. Вообще с этими буквами классов существует много неразберихи. Единого реестра классов усилителей не существует, поэтому в разных областях электроники или в разных странах одна и та же буква может означать принципиально разные устройства. Вообще первая буквенная квалификация, которая собственно и действует по сегодняшний день, это режимы А, Б и С, еще сформировалась в 20-е годы и была дополнена классом D в 1955 году. В 60-е годы, благодаря выпуску высокочастотных силовых транзисторов, стало возможным построение экономичных транзисторных усилителей класса E и F. Усовершенствование усилителей мощности звука класса B привело к разработке усилителей классов G и H. И, кстати, схемы, известные в Европе и Японии как класс G, в США относятся к классу H и наоборот. И кроме того, есть классы усилителей, которые, можно сказать, являются просто торговыми марками компаний-производителей, которые придумали свои технические решения, например, класс S, T или W. Давайте теперь разбираться по порядку. Усилители класса A считаются лучшим классом усилителей в теории, благодаря их превосходной линейности, высокому коэффициенту усиления и низкому уровню искажения сигнала при правильном проектировании. В их конструкции используется только один выходной транзистор, который всегда является проводящим, независимо от формы выходного сигнала. Этот выходной транзистор смещен вокруг точки Q в середине, посмотрите на графике, и поэтому никогда не попадает в область отсечки или насыщения, но поэтому транзистор никогда не выключается, что является одним из главных недостатков класса А. Класс А редко используется в мощных усилителях из-за соображений теплового питания, но они, как многие считают, обладают наилучшим звучанием из всех классов усилителей и поэтому используются в аудиоусилителях высокой точности. Но из-за того, что по нему постоянно течет ток, происходит непрерывная потеря мощности. Из-за этого усилители этого класса выделяют огромное количество тепла, обладают низким КПД около 30%, делая их непрактичными для мощных усилителей. Кроме того, из-за высокого тока холостого хода, источник питания должен иметь соответствующий размер и быть хорошо отфильтрованным, чтобы избежать гула и шума усилителя. Поэтому из-за низкой эффективности и проблем с перегревом усилителей класса А были разработаны более эффективные классы усилителей. Класс B – это уже двухтактный усилитель. Здесь каждый выходной транзистор проводит только половину формы сигнала. То есть, когда сигнала нет, ни один из транзисторов не проводит ток. То есть, полная противоположность усилителю класса A. Верхний транзистор пропускает только положительные части сигнала, оставляя нижний транзистор выключенным. И наоборот, нижний транзистор проводит только отрицательные части сигнала, пока верхний соответственно выключен. Класс B намного более эффективен класса A, но они имеют высокие искажения из-за сильной нелинейности в области перехода, то есть там, где два транзистора переходят из включенного состояния в выключенное. Эта форма искажения, называемая кроссоверным искажением, чрезвычайно неприятна для слуха, и поэтому практически ни в одной конструкции коммерческого усилителя не используется чистый класс B. И для преодоления этого недостатка был разработан класс AB. Это уже, как следует из названия, комбинация класса A
и класса B. Такой усилитель имеет гораздо более высокий КПД, чем класс А, но и гораздо меньше искажений, чем класс B. То есть такое компромиссное решение. Это достигается за счет смещения точки перехода обоих транзисторов. На оба транзистора подается очень небольшое напряжение смещения, обычно от 5 до 10% от тока покоя. Для смещения транзисторов чуть выше точки отсечки. Каждый из транзисторов проводит чуть больше половины цикла проводимости в классе B, но гораздо меньше полного цикла проводимости в классе А. Преимущество этого небольшого напряжение смещения, которое может обеспечиваться в схеме последовательными диодами или резисторами, заключается в том, что искажения, создаваемые характеристиками усилителя класса B, преодолеваются без неэффективности конструкции усилителя класса А. Таким образом, усилитель класса B является хорошим компромиссом между классом А и классом B с точки зрения эффективности и линейности, и эффективность преобразования достигает примерно 50-60%. В итоге усилители класса B являются сейчас одними из наиболее распространенных типов аудиоусилителей мощности. Усилитель класса C. Работа этого усилителя определяется выбором рабочей точки на характеристике, чтобы транзистор был заперт, и для его отпирания сигнал на входе должен превышать определенный уровень. В результате на выходе усилительного элемента протекает ток, ограниченный снизу синусоиды с углом отсечки меньше 90 градусов. В итоге в данном классе усиливается только часть периода синусоиды, что приводит к значительным нелинейным искажениям, и поэтому такой режим работы транзистора подходит для усиления не всех видов сигнала. И однозначно класс C не подходит для усиления звука. Хоть такая форма смещения транзистора дает гораздо больше КПД, около 80%, она вносит сильные искажения в выходной сигнал. Поэтому аудиоусилителей класса C вы никогда не встретите. Зато класс C широко используется в высокочастотных синусоидальных генераторах и некоторых типах радиочастотных усилителей. Усилитель класса D. Если предыдущие классы – это традиционные классы аналоговых усилителей, у них принципы построения схожие, разве что режим работы транзисторов выбираются разные и добавляются какие-нибудь примочки, то усилитель класса D – это уже принципиально другое устройство. Кстати, D не означает digital, то есть цифровые. Они такими не являются. Это импульсные усилители, а D – это просто следующая буква после C. Класс D работает на основе ШИМ, то есть широтной импульсной модуляции. Это когда входной аналоговый сигнал преобразуется в импульсный, причем длительности следующих друг за другом импульсов и пауз между ними будут разными, но в строгой зависимости от входного сигнала. Далее полученный импульсный сигнал нужно усилить. И делается это точно так же, как в обычных усилителях. Вы, конечно, можете спросить, зачем тогда преобразовывать сигнал в импульсный, если его, как обычно, нужно усилить. Но тут дело в том, что в классе D транзисторы будут работать совершенно по-другому, в ключевом режиме. То есть они будут либо полностью открыты, либо полностью закрыты, без промежуточных вариантов, как в прошлых классах. И тут не надо будет подбирать рабочую точку транзистора, стараться попасть на линейный участок. Ну и вследствие этого мы можем получить КПД таких усилителей практически близко к 100%, показатель недостижимый для обычных усилителей. Однако это все импульсный сигнал, и чтобы подать его на динамик, нужно сначала опять его преобразовать в обычную аналоговую форму. По-простому это можно сделать с помощью катушки индуктивности и конденсатора, то есть через рельсе-фильтр. Пропустив через них наш импульсный ШИМ-сигнал, мы получаем на выходе усиленный сигнал своей формой, повторяющий входной. Достоинство класса D – это, конечно же, высокий КПД, но есть и серьезный недостаток. Частотный диапазон усилителя чаще всего бывает серьезно ограничен сверху, и именно это долгое время и было причиной применения этой технологии только в басовых моноблоках, рассчитанных на сабвуферное применение. Но с развитием и обычные широкополосные усилители класса D уже давно успешно используются. Класс H. Этот класс можно смело относить к автомобильным усилителям. Этот класс – это попытка в какой-то мере нивелировать основной недостаток маломощных усилителей – зажатое звучание. Класс H – это практически то же, что и обычный усилитель класса AB, только в нем есть так называемая схема удвоения напряжения питания, основной элемент которой – конденсатор, накапливающий заряд, когда входной сигнал не очень большой. Но поскольку реальный музыкальный сигнал – это не просто синусоида, на которой по стандарту измеряется мощность, то для него характерны кратковременные пики. Так вот, как раз в моменты таких пиков этот самый конденсатор специальной схемой добавляется последовательно к питающему напряжению, и оно как бы кратковременно удваивается, помогая усилителю воспроизвести эти пики с меньшими искажениями. Это не особо сказывается на мощности усилителя, измеренной стандартно на синусоидальном сигнале, но на средних и высоких частотах
частотах звучание становится лучше. Усилители класса G – это усовершенствование базовой конструкции усилителя класса AB. Класс G использует несколько шин питания с различным напряжением и автоматически переключается между ними при изменении входного сигнала. Такое постоянное переключение снижает среднюю потребляемую мощность и, следовательно, потери мощности, вызванные выделением тепла. Следующие буквы уже являются, можно сказать, развитием предыдущих классов. Какие-нибудь усовершенствования, примочки. Например, класс I – это двухтактный усилитель на ключевых транзисторов. Это развитие класса D с патентованной логикой управления, в котором верхний и нижний ключ связаны с нагрузкой раздельными фильтрами. Можно посмотреть также класс S. Это усилитель, сочетающий прецизионный маломощный усилитель класса A, мощный усилитель класса B и мостовую схему подключения нагрузки и петли отрицательной обратной связи. Также усилители класса T становятся все более популярными в наши дни в качестве аудиоусилителей благодаря существованию микросхем цифровой обработки сигналов и многоканальных усилителей объемного звука, поскольку они преобразуют аналоговые сигналы в цифровые широтной импульсной модуляции для усиления, повышая эффективность усилителя. То есть усилители класса T сочетают в себе как низкий уровень искажений усилителей класса AB, так и энергоэффективность усилителя класса D. Можно также сказать, что независимо от класса, любой усилитель может быть как плохим, так и хорошим. Результат зависит не от класса, а от конкретной схемотехники. КПД является важным показателем усилителя, и самый высокий он у D-класса. А при выборе усилителя, по большому счету, стоит обращать внимание на две вещи. Это выдаваемую мощность на заданное сопротивление нагрузки и цену, примерно на которую вы рассчитываете брать усилитель. Наиболее популярны сейчас усилители AB-класса, что объясняется их наилучшим соотношением критериев. Работают они хорошо при относительно невысокой стоимости. Многие аудиофилы остаются поклонниками A-класса за их чистый звук, ну а кто может себе позволить потратиться, все чаще смотрят на D-класс. Все-таки его КПД существенно выше, и в большинстве своем они имеют всякие дополнительные примочки, динамическую обработку, кроссовер, эквалайзер, лимитер и так далее. Поэтому экспериментируйте и ищите лучшее решение для своих задач. Но покопаться и найти стоящий усилитель можно на Алиэкспрессе. Там на выбор много усилителей разных классов, разных мощностей. Можно подобрать готовое устройство, можно взять просто плату усилителей, это будет выходить дешевле. Есть также наборы «Спаяй сам», свой усилитель, подойдут для любителей попаять. Ну и различные предусилители, усилители сабвуфера, есть платы с Bluetooth модулями, выбор очень большой. Интересные предложения я оставил в описании под видео, можете глянуть. Ну а я советую подписаться вам на наш телеграм-канал «Веселый электрончик», там выкладываем различные схемки, да и вообще много интересной и полезной информации для электронщиков. Также вы можете поставить лайк под этим видео, этим вы поможете нашему каналу. Ну и конечно же подписывайтесь на него, впереди будет много интересного. Ну а я с вами пока на этом прощаюсь, всем пока!